Всем привет! Моим кроликам уже 18 дней, и хотел показать вот эту еще наглую морду. Вечно голодающая у меня, сегодня даже укусила меня за руку. Да? Вообще она никогда меня не кусала, а сегодня, наверное, так жрать хотелось, что решила, что я тоже вкусный. Да, бабочка? Да, что, еще хочешь укусить или камеру сожрать? Он, иди лопай. Иди, 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 иди. Иди. Главное, даже не прогонишь. Обычно она такая у меня боится всего и вся, сразу убегает. Но в этот раз уже наглая, как пробка. Вот такая у меня. Она пузатая, уже откормленная, сразу же жрет немерено. Хоть и маленькие крольчата, но она лопает. Чего-чего, а аппетит у нее очень классный. Если бы я так бы жрал, я бы уже на слона был бы похожий. Да, бабочка? Вот такая она. Ну, суй жопу, дай мне двери открыть. Дай покажу детвору. Вот, сейчас мы покажем детишек. Детишки у нас уже глазки открылись. И вот они вот такие. Ай, куда ты выскочил? Бежи. Вот. Она тут всех следит. Вот они уже такие бегают, шустрые. Посчитаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как же я считал, что у меня их 9. А ну, может, тут кто-то не выжил? Мне почему-то казалось, что их было, должно было быть 9. Что-то у меня калькулятор считал, походу, неправильно. Но крови не было, я не видел. Раз, два, три. Раз, два, три, шесть, семь. В общем, я, походу, немножко неправильно посчитал, когда так нет. А вот у нас вся проблема. Вот у нас вот это, походу, здесь мелкие, которые не выжили. Ладно, сейчас будем делать уборку. Пока вот сейчас сниму, как они тут лазят. Надо идти чистить. Походу, двоих все-таки нету. Три, четыре, семь выжило. Все-таки двое. Двое загнулись. Ладно. Идем за перчатками, будем чистить. А пока покажу, какие они у нас клевые. Такие, как всегда, есть негры. Хотя папка-мамка белые. Вот. Вот такие красивые. О, какие они, какие красивые. Уже выглядят, вылазят. Скоро будут бегать. Я планирую, пока еще Новый год не наступил, доделать все-таки клетку им новую. И туда их переселять буду. До новых встреч!